Здравствуйте, уважаемые коллеги. В этом видео я бы хотел вам продемонстрировать, как можно на нашем оборудовании сделать так, чтобы дверь открывалась лишь в том случае, если к считывателю поднести последовательно три разных отпечатка пальцев. Для того, чтобы это реализовать, нам понадобится контроллер ACS1202B, один ридер, в данном случае это ACR1102AV2 с ридер отпечатков пальцев, и Smart PSS. У нас это версия 2.02.1. Итак, приступим. У нас открыт Smart PSS. Нам нужно добавить наше устройство. Заходим в устройство, нажимаем автопоиск и находим наше устройство. Авторизуемся. Логин админ, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добавляем. Зелененький значок показывает нам, что мы успешно его добавили, плюс статус онлайн. Заходим в доступ. Проверяем, что наш контроллер работает. Нажимаем открыть. Сработало реле открытия двери. Замка, точнее. После добавляем пользователя. Так как у меня нет трех человек, я буду использовать три разных отпечатка своих пальцев. То есть три разных пальца. Создаем первого пользователя. Пользователь номер один. Номер карты один. Имя один. Выбираем контроллер и считыватель, откуда нужно считать информацию. На отпечатке пальца нажимаем «Собирать». И подносим три раза палец. Отлично. Мы добавили мой первый палец. Больше нам ничего не нужно. Готово. Добавляем второй палец. Два, два, два. Выбираем тоже. Тоже считыватель. Отлично. У нас есть третий палец, да, второй палец. Добавляем третий. Три, три, три. Собираем. Отлично. Мы добавили трех разных пользователей. В данном случае это мои три разных пальца. Теперь им нужно дать права. Уровень доступа. Добавляем сюда наш контроллер. Указываем, что ему доступно. Его доступно, можно использовать целый день. Нажимаем ОК. И теперь добавляем пользователи. Выбираем наш отдел. Выбираем всех, нажимаем ОК. Право выдано, теперь мы можем заходить. Итак, подношу палец, которого нет в базе. Так, нужно время для того, чтобы контроллер подсчитал все. Вот, карта не зарегистрирована, в данном случае такого отпечатка пальца нет. Подношу первый палец, открылся. В данном случае пользователь 1, пользователь 2 и мой третий палец. Пользователь 3. Все отлично работает. Теперь наша задача сделать так, чтобы реле срабатывало лишь в том случае, если поднести 3 отпечатка пальца последовательно. Для этого нам нужно перейти в раздел «Разблокировка нескольких карт». Можно использовать отпечаток пальца, можно использовать карточку, можно, в принципе, использовать пароль. Я уже создавал группу, точнее, она уже есть, с именем группы, назовем ее тоже «Банк», так как этот эксперимент для банка. И выбираем всех пользователей. Окей. Вот мы выбрали пользователя. Теперь нам нужно добавить контроллер. Выбираем нашу дверь 1, наших пользователей. И вот здесь есть интересный пункт, который говорит нам о том, что нужно поднести 3 отпечатка пальца, чтобы в данном случае, ну, карта, пароль, либо вот карточки. Раз, два, три. То есть три отпечатка пальца нужны для того, чтобы открыть эту дверь. Нажимаем «Сохранить». Указываем пользователи. Ну все, они уже указаны, что «Сохранить». Больше нам ничего не нужно. Идем в мониторинг. Подносим палец номер один, палец номер два и палец номер три. И только в этом случае у нас работало реле.